Всем привет, друзья мои! Я со своими детками иду на море. Марь, да. Руки! Держите меня. Руки молодые! Марь, новая кепочка, мы поменялись. Ей покупила поменьше, а Марь мне подарила свою. Мы без моря больше жить не можем. Настолько мы привыкли. Боже, просто там кайф. Мне кажется, я в этом году так накупалась хорошо. И дети тоже мои. Я вчера подстриглась. Привела себя в порядок. Сегодня у нас вечером вечеринка с девчонками. Но потащу своих детей. А кому их оставлю? Приятного дня и хорошего настроения. Чем это занимается эта девчонка здесь? Девчонка, девчонка, ты что делаешь? Не надо держать пальчиками сверху. Мы собираемся на вечеринку, решили вот. Надо сверху слегка, вот так. Делаем сосиски в этом тесте слоеном. Маре помогает, посмотрели видео и приступили к исполнению. Идем на вечеринку с девочками. Все готово. Колонки, малонки, свет. Будем сейчас сумки собирать. Скоро мы поедем на парти. Очень круто будет. Ну, если она меня не разозлит, я их не оставлю. Осталось 2 часа. Посмотрим. Бабуля одна поедет тогда, если что-то, что и как. Всем приятного вечера и прекрасного настроения. Яйцо. Музыка закончилась, потому что Света включила. Будут вспоминать бабулю. Ой, ты боже! Посудомоечную машину? Да. Да, она сейчас пахнет как молоко. Смотрите, друзья мои, мы живем очень весело. И посмотрите, что у нас постоянно готовит бабуля. Но как бабуля, нет места уже на телефоне, чтобы сохранять эти видео. Видите, у нас стирка, дети мне помогают. Мы были на пикнике недавно, девичники. Я купила тесто, сделала в сосисках и остались у меня. 2 пачки купила, я всегда покупаю все побольше. И вот из остатков. 3 мы использовали. Сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 использовали, 6. А сейчас уже крем скоро будет готов. И мы решили сделать Наполеон. Да, Ирмочка? Посмотрите, какой бардак. Да. 150 раз бабуля умеет. Бабуля, хватит, а то она пахнет как молоко. Ну, надо же кипятить это. А, ладно, спасибо. Так что вот так нам весело всем. Мы такие молодцы. Мои сладкие девочки. А посмотрим на Мари. Мари, ты что не видишь? Посмотри там. Где? Там! Камера! А это занимается творчеством. Все клеит, что-то делает. У нее очень бурно фантазия развита. Вот такая вот у меня внучечка. А здесь, видите, бабуля вчера такую генеральную уборку сделала, а вот Деми до сих пор постельку не застила. А мы готовим тортик. Тортик готовим, да. Такие ролики бабуля ей купила. Я хочу скотч, мне надо, чтобы вот так приклеилась, она открылась и закрывалась. Дверь, вы представляете? Это не дверь, это шкаф. Какая у меня внучечка. Мы не съели свой торт, и потом я вспомнила за то, что нужно вам его было снять. Я вам его заранее показываю, пока он стоит, у меня настаивается в холодильнике. Вот видите, такой большой подносик, и нормально. Готовила я из вот такой вот, мильфёй называется, хамуру, слоеное тесто. Сколько здесь? Килограмм. 6 штук у меня вышло. Вот такая длина, 6 штук, смотрите. Вот, 3 пальца, 3 пальца. 3 пальца, может, и больше можно было, конечно, можно было и все. Ну, нормально. Так что вот, будем пробовать, будем кушать. И потом поделимся с вами впечатлениями. А сейчас я у меня кормила их борщом. Также у меня есть
фасоль зеленую я вчера готовила. Просто видите, я не снимаю. Я все что-то всегда готовлю. Вот, видите, плов был позавчера с курицей. Так, а здесь я приготовила вот макароны. Просто спагетти, и они сейчас у меня попросили с борщом. Вот мои дети. Вот так они кушают. Ирма последняя у нас всегда кушает. Потому что она такая. Она когда кушает, мечтает, думает о нем. Ну вот. Птички у нас все хорошо. Все у нас хорошо. Спасибо Богу и Вселенной. Цветы мои вот эти уже умерли. Сейчас ждем новые. Что, бабуля, кого ты? Где ты Ашкема видишь? На четвертом этаже Ашкемина друг. А, Ашкемина друг, ну хорошо. Посмотрите, как принцесса любит Мари нашу. И вторая прилетела. А вы знаете, что Шекери говорит хады? Эвэг, хады. Она все портит. Она все портит, Шекер. Принцесса хочет с Мари играться, а эта вот такая коза не дает ей. Ревнует. Принцесси! Мари, скажи ей. Принцесси! Иди, моя. Принцесси! Вот такие у нас девочки. Она прилетела к Маре, а это опять ей не дает. Какая вредная. Короче, у нас весело. Мам, мы попробовали. Посмотрите, это фрукт дракон. Вот это мы попробовали. Посмотрите на мою внучечку, чем она занимается. Сделала такое видео, сама создала. Накрасила сама макияж. А ну иди сюда. Ну, бабуля ей прическу сделала. Посмотрите. Ну, ой, ты боже мой. Ой, моя внучечка. Еще мне раньше в Турции делали вот так под глазами, рисовали. Я тоже сделала так же. Красивая такая. Бабулина. А это? Лежит только. Да, лучше не показывать. Привет, друзья мои! Сегодня я с вами не поздоровалась даже. Вот такая вся деловая. Занимаюсь чем я? Пирожки жарит бабуля для моих сладеньких внучат. Спасибо за ваши теплые комментарии. Посмотрите, какой у меня бардак. И одновременно только что закончился вебинар лидеров, так как я лидер второго уровня. Тен-тен-тен-тен. Принимаю поздравления. Посуда у меня вот так моется. И в машинке, и так. Не заканчивается. Сегодня тоже убрала. Вот видите, дети покушали, и у меня как раз вебинар. Вот, еще не убрала. Птички сидят, балкончик чистенький, полы помытые. Светлана все работает. Так что вот, чем я занимаюсь сегодня. Скоро остались какие-то считанные дни. 8-9, наверное. И так много хочется еще сделать. И так хочется еще много чего купить. Потом все покажу. Один день ждем один еще товар. И будем снимать, все вам показывать. Вот первая партия готова. Кто-то раньше мне писал, жарьте в духовке, не надо на масле. Я решила тоже так. А пюре такое вкусно получилось. Приятного аппетита. Сейчас поставила и другую порцию, и третью. А что вы тут делаете, мои любимые? Севгелим бенимне апиорсунус, бурек иорсунус. Сколько бурека бабуля сделала. Вам нравится с фанточкой, да? Да. Тебе нравится мысенок мой маленький? Лапусечка. Бабулина кнопочка. Адемушка, Ирмаречка, моя красавица. Приятного аппетита. Ребенок себя видит. Шекер? Нет, это строитель там. А бабуля смотрит вебинар.
Global Success Management, друзья мои. Покушали так вкусно, Маруся моя. Шикерин, позови, принцесси. Принцесси, шикерин. Это не прыгает. Я здесь, когда вот так сидела, просто принцесса на меня вот так на телефоне прилетела и села просто так. Скоро домой поедешь, Батуми? Хочу. Почему? А хотя хочу к бабуле. С бабулей хочешь? Бабули, как без бабули будешь? Кто будет тебя утром обцеловывать? Моя бабуля, девочка шляденькая. Моя шляденькая. Похожа на меня? А ну посмотри глазки туда. У меня раньше были зеленые, а сейчас коричневые стали. Коричневые, как могут быть стать? Бабуля смотрит на свои морщины после гимнастики лица. Знаете что, друзья мои, все можно изменить в этой жизни. Все убрать, особенно морщины на лице, и никогда не занимайтесь массажем. Это очень большая ошибка. Я смотрю на своего преподавателя, ей 42 года, Александра Бурдюк. У нее миллионы подписчиков, боль, несколько миллионов. Она так выглядит, у нее все подтянутое лицо. И действительно, когда мы делаем правильно, просто вот такие, например, упражнения для вот этой вот части, да, носоговную. Так, делать У. Так, чтобы вот это вот все, верхняя губа к зубам, к деснам присомкнута. Понимаете? Осанка. И эти мышцы должны ходить. Смотрите. Морщить носик, и у вас работает вот эта вот межбровка. Вот эти вот все брыли. Ходи должно. Это приподнимаем щеки. Так. Сейчас я посмотрю вебинар, поработаю с бизнес-партнером, выпьем чай с баклавой. Сегодня такой у меня день прошел, тоже насыщенный. Уборки. Завтра мы на море пойдем с детками. А потом у меня вечером... Нет, у меня две завтра сделки. Вы не понимаете, многие, какое время придет скоро. Нужно успеть достойно его встретить с накопленными монетами, которые дают бесплатно. Наша компания сделает такой шаг, такой старт. Успейте быть в моей команде. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.